Приветствую вас. Я думаю, вряд ли вы особенно будете спорить с тем, что если, допустим, вы знаете, что ну, можете, например, разочароваться вдруг в других парнях только потому, что ваш парень поступил как-то не очень хорошо по отношению к вам, если вы знаете, что вот такое может произойти, соответственно, вы, скорее всего, что к этому готовы. Вот нужно исследовать эту готовность, к тому, чтобы перенести на других то, что происходит в вашей жизни и все. Одним человеком. Вот. Вы готовы делать перенос, вы готовы как бы, ну, заниматься интроектом здесь. Вот. И, соответственно, нужно исследовать, как это возможно. Именно для вас. Причем. Вот. Потому что как-то вы к этому приходите. Дальше. То, что я хочу сказать сейчас, может быть немножко неприятно. Я хочу, чтобы вы постарались меня правильно понять и, если это возможно, не реагировали бы вот прям ну, первичная своя реакция, которая у вас, может быть, будет. То, что вы расстраиваетесь на поводу бабника, того, что вы, по сути, вот, выбрали мужчину бабника, да? Скорее всего, связано с тем, что вы не заметили некой такой поверхностности в отношениях. Чем отношения глубже, чем отношения искренне, чем отношения вполне с точки зрения взаимодействия, то есть я имею в виду, когда, ну, когда люди, там, например, допустим, ну, не знаю, там, взаимодействуют друг с другом, вот, на всех уровнях, да, то есть на профессиональном уровне, на уровне социальном, на уровне личностном, на уровне интимном, вот, на уровне, там, творческом, вот, на уровне, там, досуговом и так далее, то вряд ли будет измена, потому что контакт, будучи полным, да, он не оставляет, как бы, ну, сил у человека для того, чтобы, ну, там, одну, две, три, там, четыре, там, девушек, вот. А у вас, если, вот, как бы, произошло, если произошла измена, или если вы узнали, что парень бабник, контакт неглубокий, знаете. Вы не могли этого не знать. А если вы это знали, ну, например, предпочли не обращать внимания свое на это. Вот это уже вопрос, ну, больше про ваш выбор, про бегство, которое вы совершаете сами там, от себя, допустим. Вот, и, соответственно, получается вот так. Вот, поэтому, значит,
первое, нужно смотреть, как вы реагируете на эту историю, чем вы реагируете на эту историю, да, то есть какие у вас появляются чувства, мысли, вот. Вы себя начинаете обесценивать, к примеру, вы себя начинаете, не знаю, бичевать, к примеру. Вы себя начинаете, думать, что вы плохая, да, что там, никому вы не нужны и прочее, к примеру, опять же. Вот. Значит, соответственно, смотреть на то, как вы выстраиваете отношения с мужчиной. Это тоже такой достаточно важный момент. На мой взгляд, по крайней мере. Дальше. Что-то следующее. Насколько вам интересна ваша жизнь? Насколько вам это интересно? В целом, насколько интересна вам ваша жизнь? То есть, вот какое место в ней, в вашей жизни занимает мужчина? Какое место занимает все остальное, к примеру, да? Какое место занимает, ваше профессиональное развитие? Какое место занимает творческое развитие? Социальное, ценностное. Это все, такие довольно важные моменты, на которые вам нужно обратить внимание. Вот. Вот, соответственно, примерно так. Примерно так, я бы сказал. Вот. Дальше уже. Можно смотреть. Дальше можно смотреть. Дальше можно смотреть, что и как идет. То есть, дальше можно исследовать. Куда вам двигаться, например. Вот. Если вы понимаете, конечно, что я имею в виду. Ага, вот то, что я могу вам, наверное, сказать сейчас с точки зрения психотерапии. То есть, понятно, что неприятно, что так что-то произошло и так далее. Вот. Но, весьма важно
чтобы вы не то чтобы, знаете, вот относились к этому безразлично, да, не нужно к этому относиться безразлично, нужно соотносительно со своими ценностями, вот, которые у вас есть. Вот, мне кажется, так. Потому что то, что вы сейчас, например, там, ну, грубо говоря, демонстрируете, да, вот. Ну, я могу сказать, что это, ну, что вы отходите от себя. Вот так вот мне это видится, по крайней мере. Вот. Я, понятное дело, что могу ошибаться, да, безусловно, могу ошибаться, могу быть неправ. Но выглядит это таким образом. Вот поэтому обратите внимание, я рекомендую вам на эти вещи. Дальше уже, я думаю, можете посмотреть. Может быть, вы сами того не осознавая привлекаете внимание мужчин только таких вот, которые серьезные отношения, к серьезным отношениям не готовы, например. Вот. По-разному бывает. Вот, ну, суть, опять же, заключается именно вот в этом. В том, чтобы лучше себя осознавать. А мне кажется так. Кажется, вот таким образом примерно можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Вот. На этом все. В принципе, я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Надеюсь, что вам это было интересно, как минимум. Надеюсь, что вам это было для вас, я надеюсь, это было познавательно, как минимум. Вот. И надеюсь, что вы сделаете для себя, ну, какие-то выводы. Вот, по поводу, ну, собственно, конкретной ситуации, да, то есть, ну, чтобы вы вот как-то для себя, да, вот, вы для себя лучше как-то понимали, что происходит, ну, условно говоря. Вот, вот, в принципе, все. Что я хотел вам сказать. Пока что. Вероятно, что в будущем, вот, если вы дадите обратную связь, вот, вполне вероятно, что в будущем можно будет дать вам, ну, еще более расширенный ответ можно вам будет дать. Вот, но пока что только так. Удачи вам, всего самого доброго. Я надеюсь, что вас ждут изменения.